Дети нету, жена нету. Я говорю, что не женитесь? У нас жена бутылка, говорили. Жизнь в маленькой деревушке как на ладони, на виду у всех. Надежда Нестерова знала двух братьев еще маленькими. Видела, как растут Сережа и Вова. Две брата жили, мать давно умерла, было все время. Дрались вроде они. Двое мужчин, обоим за 40, жили в доме, оставшемся им после смерти родителей. Некрашенная старенькая изба с покосившимся забором частенько становилась камнем преткновения между кровными братьями. Они не могли поделить отцово наследство, и раздором зачастую сопутствовала бутылка. Вот и в этот раз братья выпивали в своем доме. Во время застолья они поссорились. А причиной стал спор о том, какой телеканал смотреть. Младший брат взял топор и несколько раз ударил старшего. О кровавой драме соседи сразу сообщили сестре Сергея Владимира. Женщина стремглав примчалась на другой конец села в родительский дом. Он весь в крови лежит. Старший, который порезанный, порубленный. Не порезанный, ж порубленный. Его омыли. Медсестра пришла, скорая увезла. За хлопотами об одном из раненом брате женщина позабыла о другом. Ей сообщили, что он пьяный, ушел отсыпаться в сарай и заглянула туда только спустя пару часов. Где овечки стояли, зашла. В одном отсеке сено лежит, а в другом овечки стоят. Я посмотрела как-то так, а на углу висит уже. Я говорю, давай, Вовка, что натворил? Ну уж, по-своему, по-мариски. Давай, я говорю, отвечай. Подошла, он уже висит, начал уже вставать. Накануне повесившегося младшего брата женщина похоронила. Другого уже перевели из отделения реанимации в общую палату. У мужчины были открыты переломы черепа и предплечья. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Между тем, родная сестра знает, чья вина за трагедию, случившуюся в семье. От этой атомной водки и мама у меня умерла. И муж пьет тоже все время, и деревня вся спивается. И то, что один брат в больнице, а другой уже в могиле. Татьяна Каранаева, Петр Греков, эфир 24.